Меня зовут Макс. Я живу там, где нет собрания акционеров, закрытых тусовок, от свободы реально захватывает дух. Здесь не знают, что такое 6 месяцев долбанной зимы, новый iPhone втридорога и неизбежное русское хамство. В общем, у вас жизнь удалась, а у меня сложилась. Разбудите меня через 100 лет и спросите, что сейчас происходит в России, я вам отвечу. Пьют и воруют. Макс, в Москве сейчас другие волны, и их надо седлать. И запомни, здесь можно и нужно жить. Добро пожаловать в самую крутую команду страны. Выбирай. Узнаю Москву. Почему мы не можем собрать такой гаджет? Потому что основным гаджетом у нас остается газовый вентиль. Я видел для нас какую-то новую жизнь. Нет никаких нас. Ты меня сейчас во что-то втягиваешь? Я надеялся, мы с тобой найдем общий язык. Они тебя живьем сожрут. Мне нужна помощь. Даже не надейся. Ты свою Юлю ждешь, да? Она здесь при чем? У меня есть шанс что-то сделать. И я это сделаю. Духлесс 2. Смотрите в кинотеатрах с 5 марта.